Кстати, первый в Гомеле телевизор был собран в 1953 году почетным радистом Советского Союза Евгением Керножицким. Именно его усилиями в нашем городе начал свою работу и любительский телецентр, который размещался во Дворце культуры имени Ленина. В первые годы работы Гомельского областного телевидения картинка на экранах была черно-белой, а все программы без исключения шли в прямом эфире.